Как гласит история, это известный по всему миру карибский коктейль, который переводится как «ананас процеженный». Изначально это был безалкогольный напиток, в состав которого входил только процеженный ананасовый сок. Алкогольный же его вариант с добавлением рома впервые был опубликован в 1922 году в журнале Travel. Автором такого рецепта, который оставался неизменным до 1954 года, считается бармен Рамон Мореро из отеля «Хилто». С этого момента коктейль стал гордостью острова, а в 1978 году был объявлен национальным напитком Пуэрто-Рико. В классический рецепт пинаколады, кроме сока ананаса и белого рома, позже включили кокосовое молоко и дробленый лед. Сегодня кокосовое молоко часто заменяют на кокосовый ликер, отчего напиток становится слаще и его вкус ухудшается, теряя свою мягкость. Кроме того, в некоторых рецептах ром заменяют водкой или ликером амаретто. На карибских пляжах пинаколаду часто подают в скорлупе от кокосового ореха, а 10 июля в США ежегодно отмечается Национальный день пинаколады. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.